нужно выбираться отсюда. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаюсь. Есть, есть, сэр. Свободен. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Эй, закри! Что там творится? Попался! Ищите каждый метр этого острова. Давайте разберемся, какого здесь творится. Будет сделано. Да, Акроу сказал в расход. И парочка его парней разнесла там все кедренем. Бабах! Бабах! Кто-нибудь выжил? Ну, какой-то парень выплыл из-под обломков. Но мы уделали его. Бам! Бабах! Жаль, меня там не было. Ага, было круто. Жаль, что быстро закончилось. И снова скукотища. Вот бы еще что случилось. Попытаюсь
Хорошо, Дойл. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз, но запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим.
случае, надеюсь, там все же будет бассейн. Вон он! Стреляйте в дыру! Что это за звук? Черт, пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Кроу нам задницы поджарит, если мы этого гада не найдем. Я что-то не понял. Между взорванной яхтой и этим местом пара дюжин нашла. Эй, Рут, жив? Отряду Альфа немедленно явиться на заправочную станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию. Что здесь произошло? Всему персоналу. Объявлена тревога. Немедленно докладывайте обо всем подозрительным старшему офицеру. Внимание всему персоналу. В зоне замечен посторонний. Он среднего роста и телосложения. Одет в красную гавайскую рубашку. Он вооружен и опасен. Стрелять на поражение. Ты жив? Я убью тебя! Ты слышишь? Объявить тревогу! Отряд Дельта. Заправка правого бака завершена. Освободите площадку. Эй, ты! Ты взять слышишь? Этого ублюдка! Эй, что там творится? Слушай, Джек, я пытаюсь отслеживать твою позицию неприятеля, но отряд Бетта, подойдите на палубу 3. Отряд Бетта, подойдите на палубу 3. Yeah!
если только она не замаскировалась под одного из наемников. Чертовщина! Зашло. Эй, ты, сейчас я надеру тебе задницу. Нам прибывает вертолет. Отряд Дельта, пройдите на взлетную палубу. Внимание всему персоналу. Будьте осторожны при приеме пищи или напитков, которые находились на солнце продолжительный период времени. Она совершила нападение. Наверное, он ищет ту девчонку. Ясно. Тут он ее не найдет. Она на пути в бункер. Роу, конец связи. Похоже, придется защищаться самим. Самой Вэл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг – идеальное место для моей работы. А
Острова находятся в стороне от морских путей. И здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэлл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Ты ничего не заметил? Внимание всему персоналу. В зоне посторонней объявлена боевая тревога. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Эй, есть там кто? Теперь ты мой. Thank you.
что дальше? У нас единственный шанс. Разрушить коммуникационную сеть на острове. Так мы сможем поднять суматоху, во время которой ты скроешься. Для этого ты должен добраться до острова Кабан. Держи курс на восток. По пути тебе вряд ли кто подскажет дорогу. Уничтожь спутниковую тарелку, и они лишатся связи, поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками ВАЛ. Фредди, у тебя что, совсем крыша поехала? Чертовщина. Здесь наемники организовали центр коммуникации. Уничтожь спутниковую тарелку, и они лишатся связи, поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками ВАЛ. Да, всякое, крупное не клюет. Просто у тебя не та наживка. Попробуй эту. Граната. Фредди, у тебя что, совсем крыша поехала?
Эй, друг, ты жив? Что здесь произошло? Ты о чем это? Мы охраняем? Нет, в смысле, от кого мы его охраняем? Не понял? Ты когда-нибудь тут кого-нибудь видел, кроме наших? Ни местных, ни туристов, вообще никого нет, только наши. Ну и? Так от кого мы его охраняем? От кабанов? От чаек? Или, может, от гребаных морских звезд? Потерпи, однажды будет тебе настоящая работа, и тогда ты пожалеешь, что это не кабаны и не чайки. Ну уж нет, если такой день настанет, я повеселюсь по полной. Ну, посмотрим. Что это значит? То и значит. Нет, ни отряд Дельта, ни отряд Эхо. Как будто все исчезли. Это не может быть один человек. Это больше похоже на вторжение. Ладно, не сходи с ума. Если тут кто-то покажется, мы о нем позаботимся. А теперь разуй глаза и бананы из ушей вынь. Пошли искать этого гада. Ты прав. Thank you.
всякая, крупная не клюет. Просто у тебя не... Нет, ни отряд Дельта, ни от... всякое, крупное не клюет. Thank you.
кабанов? От чаек? Или, может, от грёбаных мо...
это клево, но место здесь дерьмовое. Со стороны кажется, что жизнь наемника полна приключений, а? Слушай, малый, ты лучше молись, чтобы тут все шло тихо. Простое правило. Как только начинаются приключения, так сразу начинаются неприятности. Опа! У меня опять фулл хаус, сосунки! Опять? Вот ты везучая сволочь. Так, прекратили разборку и успокоились. Поступил сигнал. Как... Ты слышишь? Дерьмо! Ты жив?
Какого черта это было? Так и было. Я подманил ее поближе к лодке, а потом всадил ей пулю прямо в мозг. Она быстро сдохла. Охотился на акулу? Есть ее собираешься? Не, я хочу вынуть у нее челюсть и повесить на стену. Будет круто. Лучше ты поймал что-нибудь съедобное. Я не буду есть этих чертовых акул. А что плохого в акулах? А как ты думаешь, что едят местные акулы? Поразмысли, куда деваются отходы неудачных экспериментов Кригера? Черт, нельзя же так. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Это просто замечательно. Thank you.
плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Это просто замечательно. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Осмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее.
но я быстро учусь, когда по мне начинают стрелять. Нет, но я быстро учусь, когда по мне начинают стрелять. Я думал, ты на Якутане. Меня переправили сюда пару дней назад. Зачем? Кроу понадобилось подкрепление. Сам вызвался. Спятил. Я наоборот сказал, что не хочу идти. И этот ублюдок отдал приказ на следующий же день. Да, это похоже на Кроу. Thank you.
Эх, там нехило рвануло. А ты откуда знаешь? Я тогда как раз был на перевале. Клянусь, это было похоже, будто гора загорелась. А чьих же еще? Взрывы сами по себе не случаются. Ладно, но тут я ему ничего взрывать не советую, иначе я лично надеру ему задницу. Как скажешь, ковбой. Я уверен, он уже наложил себе в штаны где-то поблизости.